Четыре семьи представят наш регион на всероссийском конкурсе «Семья года». Всего на участие в региональном этапе конкурса подали документы 8 семей. Каждая из них удостоена победы в своей номинации. Чествование победителей состоялось во Дворце культуры «Арктика». Традициями семейными крепка наша страна. То есть вы передаете свои лучшие традиции, принятые вами от своих близких, от ваших дедушек, бабушек, да, уже ваших новых семьях, своим замечательным детям. В сентябре этого года супружеская пара Александры и Андрюса Закутаускас отметит свое 6-летие. Многодетные родители все свое свободное время стараются проводить в кругу семьи. Сегодня они признаны победителями в номинации «Семья – хранитель традиций». Зачастую на природу мы собираемся всей семьей. Ну, в принципе, мы всегда проводим в свободное время с семьей. Все вместе или где-то находимся на каких-то мероприятиях, или же это лес, если есть такая возможность, да, выехать. Поэтому мы всегда активны и всегда дружны, и всегда вместе. Чту традиции в семье Детковых. Константин известный в округе лыжник. Его страсть к этому виду спорта разделяет и супруга Людмила. Неудивительно, что победа в номинации «Молодая спортивная семья» досталась именно им. Я на лыжах бегала только в школе и немного спортивной секцией занималась. А вышла замуж и уже вот хожу на лыжи, бегаю с мужем. Надеемся, что и Саша будет с нами в дальнейшем тоже выступать вместе в команде Детковых на эстафете. Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Мама и папа – это главные люди каждого ребенка. Когда ребенок любим, когда он появляется на свет и в полной семье, то понятно, что он будет счастлив, и любовь родителей даст этому ребенку тот необходимый заряд, жизненная энергия, который поможет ему в любой ситуации. Всего на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки 8 семей из Ненецкого округа. Выбрать победителя экспертной комиссии было сложно, поэтому всем участникам присвоены номинации. При этом на федеральном этапе конкурса представлять округ будет 4 семьи – Опарины, Закутаускас, Владыкины и Каневы. Папки документов победителей будут направлены на всероссийский конкурс. До октября месяца будет рассмотрение организаторами всероссийского конкурса. И мы очень надеемся, что из 4 представленных номинаций победители наши, они в какой-то номинации станут победителями и на всероссийском уровне. Ненецкий округ участвует в конкурсе с 2016 года. В прошлом году семья Уваровых стала победителем всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» и вошла в почетную книгу «Семья года. Россия-2018». Ирина Никишина, Антон Водряков, телеканал «Север».